ты показалась. Поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Манипулятор. Ну как, профессор? Тютелька в тютельку, коллега. Наш манипулятор работает идеально. Ну, тогда на сегодня все. Да, до завтра. Ну, наконец-то! Теперь наша очередь испытывать манипулятор. А ты знаешь, как этим манипулятором управлять? Мы что, зря подглядывали? Манипулятор – это такая механическая рука, которую люди используют на тяжелой или опасной работе. Управлять манипулятором можно при помощи пульта или джойстика. Человек дает команды, а механическая рука захватывает и переносит груз. А вот роботам-манипуляторам и команды давать не надо. Они управляются компьютером и могут работать без людей. Даже на Луне. Так, эта кнопка для чего? Ага, а вот это? Ого! Ну что, покатать тебя? Меня? Боишься? Я? Да ни капельки! Поехали! Ух ты! Здорово! Сейчас еще здоровее будет! Профессор? Странно, вещи сами падают. Мне кажется, или здесь кто-то есть? Спокойно, спокойно. Ох, Элизия, да, совсем ты заработалась. Ой! А! Кто здесь? Держись, Нолик, я иду на помощь. Где моя пудреница? Что здесь происходит? Прекратите хулиганить! Я вызову полицию! А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы. Куда вы меня тянете? Я же в обморок упаду. Все, упала. Человек использует манипуляторы повсюду. На заводах манипуляторы поднимают и перекладывают тяжелые грузы. Они подают детали, нужные для сборки, и даже сами эти детали устанавливают. Другие, более тонкие манипуляторы, применяются врачами при операциях. Манипуляторы нужны там, где самому человеку работать вредно. С ядовитыми веществами, например. Или там, куда сам человек попасть не может. Где-нибудь под землей, куда не пролезть. Или глубоко под водой. Или в космосе, где нет воздуха и нечем дышать. В общем, механические руки помогают человеку везде, куда свои руки не дотягиваются. Сейчас, Нолик, как же открыть эту штуку? О, придумал! Да-да, кто там? Что такое? Ну, Нолик, что ты тут делаешь? Мы тут полетали немножко. А это чье? Лизонька! Лизонька! Гений Евгеньевич! На меня напала бешеная рука. Манипулятор? Напал на вас. Ой, она опять.
Стоп, стоп, кому говорю? Гений Евгеньевич, она вас слышит. Успокойтесь, произошел какой-то сбой, но я все уладил. Невероятный человек. А с вами я еще разберусь. Со мной? С вами? Нет, нет, с манипулятором. Пойдемте, Лизонька. Да, пойдемте. Эх ты, Фаер. А что, Фаер? А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.